Это абсолютно не соответствует действительности, потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, оно все прозрачное, там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. Но, кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами, даже до сих пор продолжаем.